Что ж, друзья, в этом видео я покажу вам два таких простых подснятия. Они являются как бы базовыми, и они нужны во многих флоришах, ну и вообще потом при многих таких каких-то движениях в картах. Я вам говорю про два подснятия: Swing Cut и Swivel Cut. Итак, Swing Cut. Как выглядит Swing Cut? Это вот такое вот подснятие. Просто берем и подснимаем разок. Берем и подснимаем разок. Можем подснять несколько раз. То есть раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это Swing Cut. Swivel Cut. Это вот такое вот подснятие. Вот такое вот простенькое подснятие. То есть Swing Cut и Swivel Cut. Ну что ж, теперь давайте поближе познакомимся с этими подснятиями. Советую их выучить, потому что это является базой, и без них дальнейшие флориши вам не поддадутся. Ну что ж, переходим и смотрим. Окей, друзья, давайте разбираться, как выполняются эти несложные движения, которые называются Swing Cut и Swivel Cut. Итак, Swing Cut, как он выглядит? Значит, я захватываю колоду в правую руку. Обратите внимание, где у меня большой, средний и безымянный пальцы. Далее, указательным пальцем левой руки, точнее правой руки, я отлистываю примерно половину колоды. И вот так вот захватываю ее в правую руку. Простите, в левую руку. И оставшимися картами накрываю. Это и есть Swing Cut. То есть еще раз. Указательным пальцем правой руки я забираю половину, вот так вот отщипываю и забираю в левую руку. И накрываю это все дело другой, оставшейся стопочкой. Тем самым у меня происходит подснятие. Можно сделать серию таких подснятий. То есть берем одну треть, раз, берем одну треть, два, ну можно еще половиночку забрать и накрываем. То есть раз, два, три, четыре, пять. То есть такая быстрая серия вот этих вот подснятий. Это все и есть Swing Cut. Swivel Cut. Swivel Cut выглядит следующим образом. То есть мы захватываем колоду таким же способом. Смотрите, где большой палец, где средний с безымянным. Указательным пальцем левой руки я вот так вот упираюсь в уголочек и чуть приподнимаю половину. Далее я этим проворачиваю эту сторону вот так вот сюда, эту колоду, и она у меня падает сюда вот, в левую руку. Оставшимися картами я все это дело накрываю. То есть еще раз, захватил, указательным пальцем оторвал половину, перевел в эту руку, оставшимися накрыл. То есть вот так вот все это дело у нас происходит. Это и есть Swivel Cut. Ну что ж, друзья, на этом наш урок окончен. Переходим к следующему.